Аудитория слышит музыку. Их глаза видят вас, отражающих эту музыку. Танец делает музыку видимой. Вы — это музыка. Это некоторый отрывок, который я нашла по поводу соединения танца и музыки. Музыкальное танцевание очень близко моему сердцу, потому что это суть вдохновения для того, чтобы создать прекрасный танец. Говорим ли мы о использовании спины, веса, ног, стоп? Все это идет от мотивации, а мотивация идет от музыки. В противном случае наши все движения были бы бесполезными. Я хотел бы сегодня рассказать о трех точках зрения. В первую очередь, хореографическая структура, которая создает гармонию с музыкой, акценты, акцентуирование, и очень важная вещь – это дыхание, необходимая вещь для создания музыкального фразирования. В каждом пункте у нас будет три отрывка хореографии: легкий, продвинутый и усложненный.